fans, great respect. Не только в этом матче, но и в целом по итогам их. Не покатить этого не происходит. Какой батл, какой батл, один в один, Ван Дейк против Холлана. Холлан, удар! Ну, продавил таки Ван Дейка, нашел ударную позицию, учитывая, что Ван Дейк, в принципе, как... Терлинг Халланд пытается чипать. Ван Дейк, мистер Милнер, но и другие тоже. And Minamino has got in here, and Haaland scores! It's 3-3! Incredible! They were 3-0 down, and it's all square at Anfield. Вновь через правый фланг Эрлинг Холланд, левая нога, но накрывает его Вирджил ван Дейк. Затянул, на мой взгляд, норвежец здесь с принятием решения. Решение Бернарду Силва. Мягкая подача, и Ван Дейк снимает вверх. Давайте говорить, показывает Ван Дейк, то есть не предупредили, видимо. Да, несмотря на какие-то отсутствия, все равно такой, что Сити, а где-то даже и превосходит. Не поможет. Хуансе на него выдвигается, Де Брюйне даже тут. A goal threat, Haaland, Gundogan, Liverpool defending for their lives, and the shot. То, что это высококлассный футболист, ни у кого сомнений нет. Дважды подряд, 198. Так. Ван Дейк. А Холланд как включился, обокрал Ван Дейка. В самом начале нашего репортажа у... Улыбается Джоэл Куанса. Поспешил с передачей. Judge that, Хуан Хи Чан onto it, looking for Haaland, Ван Дейк is there. Но розыгрыш Де Брюйне и Родри лучшие у Сити. И докричаться пытается. Бернардо Силва. Squeezed away by Van. To a corridor for Haaland. Ван Дейк worked it out with Simicat. Weekend, and we've maybe seen a little bit of that. Lucas Jones. We are overturned this. We would.